больше нет ориентов. Сейчас идет глобальное противостояние двух цивилизаций, очень серьезное, и в этом противостоянии не будет ничьей. Тут либо будет полное как бы уничтожение вообще страны, тотально, с геноцидом, с полнейшим, то есть там оставят, ну, чуть-чуть, наверное, там, миллионов несколько. Вот. Если по такому сценарию пойдет вся история, то будущего не будет никакого вообще. Просто как с индейцами, то, что произошло. 50 миллионов в Северной Америке, 50 миллионов в Южной были просто уничтожены, целый народ. Вот. Если пойдет по такому сценарию, и как бы наша страна не выстоит, то, ну, просто ничего тут не будет вообще просто. А если как бы выстоит наша страна, то я считаю, что будет хорошо, все будет. То есть будет гораздо лучше, чем сейчас мы живем. И то есть, вообще, в принципе, при развитии информационных технологий человеку дается замечательный шанс как бы развиваться. То есть информация, пользоваться информацией. Если раньше можно было сказать, я не знаю, я не понимаю, я не, откуда, чего, как, сейчас так уже нельзя будет сказать, потому что информация есть любая, и как бы человек должен просто захотеть как бы стать умнее, стать лучше. И, в общем, при развитии удачного вот, в нашу сторону как бы, ситуации, мне кажется, будет все очень волшебно.